городе странном балов не бывает. Так сказал бы Вертинский о тебе, Ленинград. Но бреду я по мойке, и ко мне выплывает, как с картины сошедший, чудный город Петра. Сквозь туман различаю я твои силуэты, слышу звон колоколен, шорох эполет. Можно ли вашу перчатку мне на память оставить? Где-то в дымке жасмина шепчет юный поэт. Петербург, ты взвился в небо, словно птица, и летишь над мирскою суетою, словно парус ты паришь. И с тобою не сравнится даже сказочный Париж. Слышу я, как сердце бьется, ты не умный, только спишь. Над Невой проплывает в дымке парус влюбленный, паж ласкает принцессу, что-то шепчет вода. Боже правый, скажи мне, отчего так бывает? И куда утекает, все уходит куда? Петербург, ты взвился в небо, словно птица, и летишь над мирскою суетою, словно... Главный купол храма украшен рельефным орнаментальным узором, облицованным лепными гирляндами. Кокошники фасадов декорированы цветными изразцами. Строгий пятиглавый храм, высоко поднявшийся над соседними домами, играет важную роль в панораме не только Васильевского острова, но и всего устья Невы. Благовещенский мост соединяет Васильевский район с центральной частью города. Мост является границей между Невой и началом Финского залива, Невской губой. Чугунный арочный мост сооружен в 1843-50-х годах по проекту инженера Кербедзе. Спроектировал металлоконструкции американский инженер Уистлер. В оформлении моста принимал участие архитектор Брюлов. Массивные и одновременно ажурные перила, спроектированные архитектором Брюловым, изображают символы водной стихии. Трезубец Нептуна, раковина и два гиппокампа. На тот момент времени это самый длинный мост в Европе – 300 метров. Мост открыли 12 ноября 1850 года. Получил название имя Благовещенской от церкви Конногвардейского полка и Благовещенской площади, располагавшихся на левом берегу.
мы садимся на кораблик и отправляемся по каналу Грибоедова. Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке был установлен 19 ноября 1994 года у первого инженерного моста. Чижик-Пыжик – самый маленький памятник в Санкт-Петербурге. Его высота 11 см, а вес 5 кг. Считается, что если загадать желание и кинуть монетку на постамент так, чтобы она там осталась, то желание непременно исполнится. В северном направлении от Невского проспекта открывается четкая перспектива верхнего течения канала Грибоедова, где приковывает взгляд пестрый хоровод глав храма Воскресения Христова, часто называемого Спасом на Крови. Он выделяется живописным силуэтом, ярким многоцветным убранством и своими древнерусскими формами, составляющий резкий и неожиданный контраст окружающей его классицистической архитектуре. Шатер церкви возносится на высоту 81 метр. Это девятиглавый храм. Храм Спас на Крови был возведен в 1883-1907 годах на месте, где 1 марта 1881 года смертельно ранили царя-освободителя Александра II. Можно сказать, что храм – олицетворение допетровского церковного зодчества Московской Руси на берегах Невы. Храм Воскресения Христова в чисто русском стиле сооружен по проекту Альфреда Орландо, который использовал многие композиционные приемы и формы церквей Москвы и Ярославля 17 века. Собор привлекает многочисленностью декора, фигурными наличниками, кокошниками, заполненными мозаичными вставками, поясками, изразцами, разноцветной черепицей. Особый интерес представляет покрытие пятиглав собора ювелирной эмалью площадью 1600 квадратных метров. Впервые широко применялось и наружное декорирование здания мозаикой. Храм вмещает 1600 человек. Память о мученической смерти императора Александра II на месте его убийства и построили этот храм. Ограда Михайловского сада полукругом огибает проезд возле церкви Спас на Крови, отделяя его от территории сада. Фигурные столбы, облицованные желтым декоративным кирпичом, и металлические звенья решетки из кованного железа с крупным растительным орнаментом, характерным для раннего модерна. Витиеватый рисунок весьма удачно сочетается с нарядным внешним видом стоящего рядом собора Спас на Крови. Ограда была сооружена в 1904-1907 годах. Ну а мы на кораблике отправляемся дальше, к Банковскому мосту. В 1825 году у входа в ассигнационный банк через Екатерининский канал был построен висячий мост. Авторами всего проекта стали инженеры Третьер и Христианович. По находящемуся рядом банку мост стал называться Банковским.
Движение по Банковскому мосту было открыто 24 июля. Банковский мост – один из трех висячих мостов, сохранившихся до настоящего времени в Санкт-Петербурге. Своим архитектурным оформлением он прославился далеко за пределами города. Удерживающие мост цепи закреплены внутри четырех грифонов, расставленных по углам переправы. Они стали одним из символов Санкт-Петербурга. Литые фигуры мифических животных выполнены скульптором Петром Павловичем Соколовым. Крылья грифонов сделаны из меди и позолочены. Согласно древнегреческой мифологии, грифоны являлись надежными стражами кладов. Потому именно их и выбрали в качестве декоративного оформления моста у здания банка. Долгое время в качестве парапета Банковского моста служили простые перила. Они заменили утраченную в конце XIX века художественную ограду. В 1952 году по проекту Ратача и Перлины эту ограду восстановили вместе с фонарями над головами грифонов. В 1994 году было восстановлено деревянное покрытие полотна моста. Образ Петербурга неразрывно связан с мостами. Одной из ярких достопримечательностей города является Семимостье. Семимостье – пересечение двух каналов Петербурга – Крюкова и Грибоедова, и соединение трех мостов – Пикалова, Староникольского, Красногвардейского. Встаем на Пикалов мост, так, чтобы Никольский собор был слева. Перед нами будет Красногвардейский мост, за ним – прямо по каналу Грибоедова, Ново-Никольский мост. Далее Старо-Никольский мост. По нему проходит улица Садовая. За ним, прямо по Крюкову каналу, виден Смежный мост. Следующий – Могилевский мост. Поворачиваемся еще немного. Перед нами Кашин мост. За ним вдалеке – Торговый мост. Вот все семь мостов. Некоторые на этом месте умудряются видеть еще больше мостов. Видимо, те, у кого очень зоркое зрение. Никольский морской собор в Санкт-Петербурге расположен на берегу Крюкова канала. Является великолепным памятником архитектуры стиля барокко. Николо-Богоявленский храм состоит из двух церквей – нижней и верхней. Нижняя церковь освящена во имя святителя Николая Неликинского, чудотворца, покровителя всех путешествующих, в том числе и по морю. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления Господня, поэтому полное название храма – Николо-Богоявленский собор. Его строительство было завершено в 1762 году. Мы приближаемся к Львиному мосту.
Львиный мост свое название получил от четырех чугунных скульптур львов работы Соколова, расположенных по углам моста. 1 июля 1826 года Львиный мост был открыт для движения. Львиный мост чем-то похож на Банковский мост. Памятник Николаю I сооружен в 1856-59 годах, открыт на Исаакиевской площади 25 июля 1859 года, вскоре после смерти императора. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – выдающийся образец русского культового искусства. Он является одним из самых красивых и замечательных купольных сооружений не только в России, но и в мире. По своим размерам храм уступает лишь некоторым соборам в мире. Высота храма – 101 метр, а общий вес достигает 300 тысяч тонн. Площадь составляет 4000 квадратных метров. Храм может вместить до 12 тысяч человек. До революции 1917 года Исаакиевский собор был главным кафедральным собором Санкт-Петербурга и только после 1937 года превратился в историко-художественный музей. В своем архитектурном решении Исаакиевский собор – традиционный православный пятиглавый храм с четырьмя звонницами и 20-метровым в диаметре главным куполом, мощно доминирующим над всем сооружением. Так, назначение главного купола Исаакия и пяти куполов его колоколен обошлось государевой казне в 100 кг червонного золота. Портики вокруг купольного барабана обустроены 72 колоннадами из монолитного гранита, что впервые в истории архитектуры были подняты на 40-метровую высоту. Фасады собора изобилуют скульптурами из библейских сюжетов. Портики колонн оканчиваются фигурами апостолов. Над крышей храма и вокруг основного купола расположены ангелы, а фронтоны зданий украшены тематическими рельефами.
Иногда храм называют неофициальным музеем цветного камня. Внутренние стены здания и пол выложены плитами русских, итальянских и французских мраморов, а также поражают своим великолепием. Стены храма облицованы белым мрамором с отделочным панно из зеленого и желтого мрамора, яшмы и порфира. Главный купол изнутри украшен росписью «Богоматерь во славе». Храм очень красивый, и лучше туда самим пойти и посмотреть. Проснулся с утра, полупрозрачный и светлый, тысячи просек Петра, вымытый ливнем и ветром, встали на место мосты, вспыхнули острые шпили, и закружили город Петровской мечты. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. Между людей и машин, меж островов и каналов, мы все куда-то спешим. Между великим и малым, любим мы здесь и грешим. Верим и рвемся к спасению, от поколения к поколению в городе нашей души. Санкт-Петербург, гордая белая птица, Санкт-Петербург, бронзовый царь и царица, Санкт-Петербург,
российская столица. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. Частица, город наш Санкт-Петербург. Это частица, сердце частица.